это меньший из пердей, которые мы преодолеваем за прошедшие 2 дня. Слышишь, я на муравейнике стою, на него не сядь. После посещения бассейна, о чем мы рассказали в предыдущей серии, мы отправились к следующему объекту, не менее интересному и даже с некоторой мистической составляющей. Вот эта вот дыра в земле называется Араповский монастырь. И по одной из версий, вот эту красоту строили монахи. И это был когда-то подземный монастырь. Расположен он в Тульской области, в 1,5 километрах от ближайшей деревни, на берегу небольшой речки. История возникновения этого пещерного комплекса доподлинно неизвестна. Существуют самые разнообразные версии, относящие пещеры и к оборонительным сооружениям 15-16 веков, и легенды о том, что вырыты пещеры арапами-неграми, сбежавшими от Мамая по пути на Куликово поле. Однако с происхождением названия все достаточно ясно. Пещерный монастырь расположен на берегу реки Тетяковка, раньше именовавшейся Араповкой, и возле одноименной деревни, которая тоже носила название Араповка. Самой вероятной и самой распространенной версией возникновения пещер является история о сооружении подземного монастыря местными крестьянами. Имеет она и документальное подтверждение. В Тульском областном архиве историками и краеведами было обнаружено дело об уничтожении пещер, вырытых близ деревни Тетяковки Веневского уезда, казенными крестьянами для уединения богомолия. Но на момент нашего посещения я еще не знал доскональную историю этого действительно необычного места и поэтому ошибался в некоторых моментах своего рассказа. И тут уже можно передвигаться в полный рост. Интересно, что от основного коридора или штрека уходят ответвления, которые уходят ниже уровня этого штрека. Вот здесь похоже на тупиковый грот. Ну или если поддерживать версию, что это когда-то был монастырь, назовем это кельями. Необыкновенно красивая структура камня. И вот по идее из этого штрека я должен выйти в основной ход, в основной коридор. Очень красиво смотрятся стены из этой породы. Похоже, что это песчаник. Они словно переливаются разными цветами радуги, но радуга это скорее желтых оттенков, желто-песчаных оттенков. Здесь, в этом пещерном монастыре, я встретил очень необычных бабочек, переливающихся словно серебряным цветом. Здесь их можно видеть в этом тупиковом гроте сразу 3 штуки. Араповский пещерный монастырь давно является предметом изучения археологов, историков, краеведов и спелеологов. Вот, например, что рассказывал на конференции об этих пещерах Илья Агапов, один из лучших наших знатоков культовых пещер и истории пещерокопательства. Отдельный объект – это Араповские пещеры, которые были выкопаны крестьянами. Так называемая традиция пещерокопательства, когда крестьяне самовольно копали пещеры, и местные власти с ними боролись и пытались их закрыть. Вот такие пещеры были закрыты, но пещерокопательство продолжалось. Ну, они выглядят как лабиринт. В штреках или коридорах этого монастыря можно встретить многочисленные надписи. В 1849 году крестьянин Яков Павлов, воодушевленный паломничеством в Киево-Печерскую лавру, начал копать подземный монастырь по подобию киевских пещер. К нему присоединились и другие крестьяне староказачьей слободы села Гремячи. До нас дошли имена еще 2 подвижников Василия Никитина и Ивана Кобзева.
После постройки культовых пещер многие жители окрестных сел и деревень стали приходить в пещерный монастырь на службы. Приход близлежащих храмов значительно сократился, в результате местным духовенством было инициировано расследование, итогом которого стало решение пещеры уничтожить и запретить их дальнейшую копку и хождение к ним народа. Здесь очень просторный по меркам этой пещеры, этого монастыря, грот. А вот это вот самый большой грот в этой пещере, или же, если принять версию, что это был монастырь, это самая большая, самая просторная келья. Стены очень узкие, и я зачастую задеваю плечами, проходя сюда. Первые исследования арабовских пещер в 20 веке были предприняты в 1960-х годах, а с 1987 года их систематические исследования ведет питерский археолог и историк Лысенков. Порода, в которой вырублена эта пещера, или же подземный монастырь, представляет из себя песчаник. Тут можно хорошо видеть, что это обыкновенный песок, спрессованный за многие века в такую вот красоту. Гроты и штреки подземного монастыря и сегодня поражают исследователей и посетителей своей красотой. Вырубленные в песчанике, они имеют различную расцветку белых, желтых, коричневых тонов, чередующихся слоями. Что, поехали? Поехали. Едем. Скажешь, когда снимаешь? Да готов, уже снимаю. Так, подожди, стоп, давай еще раз.